замена зеркала на ВАЗ 2714-15. Купил вот такое зеркало. Так. Автоблик называется. Говно говном, короче, оно не показывает, можно сказать, нормально. Оно все стремится вниз. Все это отражать землю. Вот пришлось уже подкладывать. Сейчас покажу. Бумажки, чтобы оно хоть как-то это выправилось. Такого не рекомендую. Покупал я его, потому что типа как бы автовазовская стоит дороже. Это дешевле. Как мне сказали. Либо оригинал, либо кооператив. Это кооператив, короче, говно. Да и в принципе они такие мне зеркала уже бесят. Обзора никакого, в принципе. Еще я тут заделал его, снес. И приходится вот эти ставить. Не знаю, купил другие. Сейчас покажу, как менять. Стекло только опущу. Итак, как снимается зеркало. Есть вот такая штучка. Можно подцепить чем-нибудь, можно отверткой. Здесь даже саморезы были в комплекте. По дереву. Не какие-то там, как сказать, шурупы. Просто саморезы обычные по дереву. Так, вот эти саморезы откручиваем. Три. И зеркало снимается. В принципе, ничего сложного. Так. Откручиваем. Вот такие саморезы обычные. Зеркало придерживаем, чтобы не упало. И достаем. Дальше. Ставим другое. Купил вот такое здоровое зеркало. Сейчас посмотрим, как оно будет смотреться. Саморезики в комплекте идут? Нет. Да, вот тут идут вот такие уже болтики. Нормальные. Не то, что там какие-то саморезы. Так, дальше уже можно спокойно закручивать. Не дальше у нас идет новая заглушка. Вставляем вот так вот и защелкиваем. А вот так
все нормально, все наконец-то. И теперь эту. Так. Во. Теперь хоть нормальное зеркало. Тай китаем, конечно, но уже получше как-то выглядит. Единственное, оно длиннее обычного. И по привычке другого зеркала, главное его не снести. Вот настолько оно длиннее. В принципе, вот и вся установка. Так, сейчас посмотрим, регулируется ли. О, вообще все шикарно. Все шикарно. И даже вот это, даже на стандартных зеркалах она у меня мешалась. Вот эта регулировка, она упиралась сюда. Здесь же все нормально. Посмотрим, какие минусы. Мало ли будут у этого зеркала. А так вроде все нормуль.